Слава Украине! Привет всем от Полонского! Доброе утро! Ну что, друзья мои, сегодня утром была очередная бавовна в Московской области, и не только, была бавовна в Калужской области, в Тульской области. Они все ловили какие-то беспилотники. Какие именно беспилотники они ловили, мне, конечно же, сказать очень сложно, потому что логика расистов не поддается какому-то объяснению. Но видео показывает, что они куда-то там стреляли, да, и где-то что-то взрывалось, ну, все как всегда. На Москве, на самой Москве, которая вообще-то носит название Кучкова, я не знаю, как ее правильно назвать, то ли Кучкова, то ли Москва, Москва. Мне нравится, кстати, вариант названия, вот, Москва, это как пьяный зять, вот, то есть, ну, интересное название такое, пьяный зять. Вот. Хотя, в принципе, мечеть тоже неплохо и более актуально, как бы, и вариант с грязной водой тоже неплох. То есть тут всякие варианты хороши, да? Ну, да не важно, ребят, смотрите, значит, сегодня ночью опять аэропорты стояли, план ковер, все это уже входит у них в рутину. Никого не удивляет то, что беспилотники летают, не пойми какие беспилотники, может мы их и не запускали, может они вообще с территории России там запускались, нам это ничего не известно. Но, что можно сказать одно, они сказали, что как всегда все беспилотники сбили, но при этом как-то вот признались, знаете, так вот, что в Подмосковье они сбили беспилотники таким образом, что беспилотник упал на какие-то гаражи, и там очень долго взрывались газовые баллоны. Вы представляете, вот вероятность того, что беспилотник шлепнется на какой-то гараж, в котором будут обязательно газовые баллоны, причем сказали, что их там не меньше 10 было. И потом это все начинает долго гореть и взрываться. Ну вы сами понимаете, да? Вот и я за это. То есть, скорее всего, что-то они где-то сбивали, но сбивали по привычке той целью, к которой стремились беспилотники. То есть мы помним хорошо, как они сбивали снаряды Хаймарса Антоновским мостом, Storm Shadow сбивали, соответственно, Чангарским мостом и так далее. Ну вот мне кажется, что сегодня там в Московской области приблизительно такое же сбитие было. Вот вчера было сбитие, например, зданием ФСБ, да, в Курской Джамахирии. А тут Московщина, Московская область, то есть это сосредоточение зла, и попало прямо, видите, в беспилотник попал прямо в газовые баллоны. Ну, что-то, как говорится, очень интересный вариант. Охотно верю, что это были именно газовые баллоны, но знаем одно. Аэропорты всю ночь не работали, а все остальное взрывалось. Что там взрывалось, покажет время, но это не точно.